29-летняя Ханна, Анна Иванова, показала фото с концерта Big Love Show. Фанатов артистки смутила ее очень худая нога. Для выступления звезда выбрала пластиковое платье-плащ розового цвета. Мини-наряд с широким поясом Ханна дополнила массивным колье в виде цепи. Певица собрала волосы в высокий хвост и сделала кукольный макияж. Анна выглядела роскошно, однако некоторые поклонники заметили одну погрешность. Правая нога звезды выглядит неестественно тонкой и изогнутой. Артистку заподозрили в использовании фотошопа. А что с ногой? Я тоже что-то не пойму, что-то с ногой не так, нога поплыла, а что внизу с ногой? Как-то расплылась чуток, фотошоп или это так кажется? Простите, у вас видно фотошоп, что у нее с правой ногой? Жестокий фотошоп. Нога поплыла немного, нога уплыла. Неудачный фотошоп. Наперебой принялись писать фанты. Ханна не прокомментировала обвинения в использовании ретуши. За певицу заступилась подписчица по имени Ева. «Присмотрись, буква на шарике создает эффект фотошопа», — объяснила девушка. «Мы составили подборку звезд, которых уличили в использовании фотошопа». Недавно Ханна высказалась о редкой близости с мужем, 36-летним Павлом Курьяновым, Пашу. Бьюти-эволюцию певицы смотрите здесь.